Командный олимпиадный турнир задумывали очень давно, потому что видели, что ребятам не хватает олимпиадного движения, не хватает соперничества. То, что сегодня происходит, это результат долгой работы организаторов Вероники Нарыковой, Эмиля Тулиганова и других ребят. 30 команд, которые больше всего готовились и больше всего знают, сегодня определят между собой, кто из них лучше разбирается в предметах на стыке. Командный олимпиадный турнир, организованный Ассоциацией победителей олимпиад, служит для того, чтобы сказать: ребята, олимпиада — это круто. Учиться можно в кайф. И можно побеждать. Когда мы узнали, с каким отрывом мы победили в первых двух турах, поняли, что вообще шанс есть, и нужно просто рвать всех. Вот это мы и сделали.